правильно могли выложить мяч. Это у нас бачки ничего другого не было. Да, да, да. Они почему не Я думаю, что там салютная группа, где у нас? Смотри, надо их сюда. Салютная группа. Старша салютная группа. Все это обрастает легендами. Вот. Затем все это уходит в воспоминание. Вот. И мы получаем, в конце концов, весьма печальную картину, когда люди фактически руководствуются тем... Снимайте. Бах, сюда иди. Где-то вот. Где-то вот так мне. Вон туда. Сюда? Да. Здравия желаем. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Все, спасибо. Слава Богу, дорогой. Так, давайте сейчас здесь пока. Дальше все сбивчиво, нормально? Нет, отлично. Вы на скамеечку сядьте. Вон на скамеечку. Так, пожалуйста. Мы пока готовы. На скамеечку. Николай Петров. Сели, повернулись, садиться. Добрались, ну вот видите, я же говорю, как разведчик на ощупь. Как сам чисто? Так, с приступом, без головных уборов. Чудесно. А, нет, кстати, головных уборов. Приложили руку к головному убору, выступились, развернулись. Понял же? Прямо с вина, вот здесь будет маленький маневр. То есть будут возложить венки и будут команды. Соответственно, подходите, вот такое движение, сбоку, получается, вот как бы. Андрей Иванович, ну иди пока покажем, давай. Без прямого шага, просто подходите, вот, будет команда возложить венки. Подошли, развернулись, аккуратно, красиво. Сбоку вот так вот положить, чтобы фамилия чудес не была закрыта. Так вот, навалили чуть-чуть, все расправили, все красиво. Вы то же самое там же сделали, одновременно, чтобы все было красиво. Женя, а вы возлагаете этот венок. То есть участие, отклик не только совета ветеранов, не только 201-го на базе, но и москвичи тоже нам откликнулись. То есть есть и по помощь будет соответствующая. Мы можем интервью указать. Да, это в интервью. Ну, вот когда вы же будете полностью весь формат снимать, да? А потом просто уже то, что касается. Значит, там посмотрите, что попали вот эти звезды, когда мы будем их красить. Конечно. Особенно детей, что дети будут красить. Ну, гражданские люди, солдатики, офицеры там. Все. Хорошо. Вы готовы? Я приходит, да? Все, ну что, давайте. Все, давайте, начинаем потихонечку. Давайте. Дорогие товарищи, разрешите открыть митинг, посвященный Дню скорби, Днем памяти и скорби. Разрешите открыть митинг. Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, полковнику Расулу Халил Муминовичу. Дорогие друзья, этот день является Днем памяти и скорби. И мы сегодня, находясь 71 лет после военного периода, вспоминаем не только сегодня, и каждый год, и каждый день, можно сказать, вспоминаем о тех товарищах,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Я призываю наших солдат, офицеров и граждан нашего республики всегда помнить о сегодняшнем дне и всегда передавать о подвигах наших героев Великой Отечественной войны под растающим поколением, они еще выросли достойными защиты нашей отчизны, Великой России. Спасибо. Дорогие наши ветераны, солдаты, сержанты, участники этих событий, решите от себя лично и от командования 201-й российской военной базы высказать слова благодарности вам, фронтовикам, за тот колоссальный труд, который был завоеван нечеловеческими усилиями, за вашу победу над этим страшным врагом, который вероломно напал на советский народ, на Советскую Россию, на Советский Союз 22 июня. Сегодня мы с вами находимся на мемориале, который усилиями общественной организации «Память» при поддержке 201-й российской военной базы, при поддержке наших солдат, офицеров, при поддержке Совета ветеранов 201-й военной базы, позволил многим офицерам, солдатам и сержантам, покоящимся здесь, на русском православном кладбище в городе Душанбе, обрести вновь свое имя. И сегодня мы находимся около пантеона великого и известнейшего генерала Великой Отечественной войны, генерала-лейтенанта Чудесова. Действительно, чудесный человек был. Это символично, то, что мы собрались все здесь, в этот день, в День памяти и скорби. Мы отдаем дань генералам, офицерам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях, которые находились в Сталинабаде, ныне Душанбе. Поминаем их всех светлой памятью, которая должна всегда оставаться в наших сердцах. Накануне 65-летия победы в Великой Отечественной войне небольшая группа людей, историков, поставила себе задачи вспомнить о том, что такое была для Таджикистана эта война. Вспомнить о тех воинских формированиях, которые были созданы здесь и ушли на фронт. Вспомнить о Таджикистане как о глубокой тыловой базе. В ходе вот этой работы, большой журналистской работы, мы вышли на деятельность эвакуационных госпиталей, которых в Душанбе было 19 учреждений. Всего было в Таджикистане 29. В ходе этой работы встал вопрос о том, что где захоронены солдаты и офицеры, умершие от ран в этих госпиталях, которые фактически считают погибшими в войне. Это привело нас к поискам здесь, на кладбище. Вот, благодаря пожилым сотрудникам администрации этого кладбища были найдены первые солдатские и офицерские монументы. Те немногие могилы, которые за эти 70 лет сохранились, остались. Вот. И благодаря, в общем-то, огромной работе, которую проделал Гафур Шерматов, служащий 201-й базы, ряд людей, которые его окружают, само командование 201-й базы, которое всемирно помогало ему в этом. Это было, в общем-то, сделано то, что вы видите сейчас. Расчищены многие аллейки, могилы. Восстановлены имена, восстановлены многие из монументов. Я думаю, что сегодняшние наши мероприятия вот, по восстановлению маленькой части этого пантеона воинских захоронений, это только начало большого пути. Ухожу. Вернусь ли? Не знаю. Встречу ли вновь когда-нибудь тебя? Ухожу туда, где умирают, молча, ненавидя и любя. Ухожу. Будь верной в ней тревоги. Ну, чего же еще тебе скажу? Нелегкие солдатские дороги. Вот и все. Одна. Ухожу. Воздух наполнился громом, гудением. Мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением странным, чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота.
Дыбили шпалы, насыпь качалась. Кроме пожара не видно низги. Будто бы эта планета кончалась там, где сейчас наступают враги. Будто ее становилось все меньше. Ежась от близких разрывов гранат. Черные, растерянные, онемевшие. В жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее башен, дорог и осин. Что же ты, взводный? Докажем, осилим. Вот он, фашист, докажи, осиль. Вот он, фашист, оголтело и мощно, воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно, знаю, что страшно, и все-таки встань! Встань, лейтенант! Заклинаю просторы, птицы из двери, снега и цветы. Просит далекая средняя школа, старшая госпиталем сентября. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся, смоги. Глядя значительно и сурово, вместе с землей и морем скорбя, просит об этом крейсер «Аврора», просит историю. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу «Ай да!» Встал и пошел на врага. Как слепую, сразу же сделалась влажная спина. Встал лейтенант и наткнулся на пулю, большую и твердую, как стена. Падал он, будто от зимнего ветра. Падал он долго, как нараспев. Падал он долго, упал на вену. Он даже выстрелить не успел. Если молнии в тучах заплещутся жарко, и огромное небо от грома оглохнет, если крикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет. Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет. Знаю, песня тяжелых могил не откроет. Но от имени сердца, от имени жизни повторяем. Вечная слава героям! Был солдат на небывалой войне, на дорогах обожженной планеты. Он сначала видел только во сне День Победы. Отступал и в атаку ходил, превозмог от все ранения и беды, и ни разу ни слезинки из глаз он усталости и страха не ведал. А заплакал он единственный раз в День Победы. Молодец. Корреспонденту газеты 201-й военной базы «Солдат России», руководителю поисковой группы «Память 201» Шерматову Гафуру Ашуровичу. Уважаемый Гафур Ашурович, Совет ветеранов 201-й Гатчинский, дважды краснознаменный российской военной базы в Республике Таджикистан, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы выражают искреннюю благодарность и признательность вам за активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих соединений и организации поисковой группы «Память 201». Созданная вами поисковая группа совершила поистине патриотический подвиг. В течение 2 лет каждую субботу группа из 10 военнослужащих добровольцев 201-й военной базы выезжала на поисковые и реставрационные работы по местам захоронения красноармейцев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 201-й военной базы. За это время группа под вашим руководством удалось найти и восстановить более 100 могил воинов-фронтовиков, красноармейцев, военнослужащих 201-й военной базы, прежде находившихся в запустении. Ваша инициатива, созданная поисковой группе, имеет неоценимое значение как для развития истории Великой Отечественной войны, почитания памяти героев, так и для воспитания патриотического духа и нашего поколения. История должна не только заучивать, но и развивать. И ваш труд лучше тому подтверждение. Совет ветеранов. Здравствуйте. Будем продолжать. Ну, символично, наверное, необходимо дать слово непосредственно самому виновнику. Хорошее стихотворение есть. Это нужно не мертвым, это нужно живым. И то, что мы вот сегодня сделаем, вот эти флакончики, которые мы раздадим каждому из вас, это символ памяти. Это ваша красная звездочка. Здесь их тысячи. Вот. И каждый из вас должен сегодня покрасить свою звездочку. 2, 3, 4. Это будет ваша память. Мертвые живы, пока о них помнят. И мы сегодня о них вспомним. Я очень рад, что работа наша продолжается, и она будет продолжаться. И память будет жить. Но я еще раз хочу всем напомнить, это нужно нам, это нужно нашей истории, это нужно нашей памяти и нужно нашим потомкам.
хотелось бы от имени нашей православной церкви, от имени Иверского войскового храма 201-й российской военной базы поблагодарить вас и подарить вам вот этот памятный подарок, благодарность и наша признательность вот Ширматову Гафуру Ашуровичу за искренний труд, бескорыстный труд в проведении мемориальных работ по благоустройству, восстановлению и поиску памятников солдатам и офицерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также воинам 201-й мотострелковой дивизии, погибшим при исполнении воинского долга. Спасибо вам большое. Спасибо, дай Бог вам здравия, чтобы энтузиазм ваш никогда не иссякал. Нет, помоги Господь вам. Спасибо. Вот. И православный календарь спасибо вам на память. Всех благ. Спасибо огромное. И как вы уже просили, обращались к нам, чтобы мы провели освящение памятников, потому что это есть добрая православная традиция, освящать памятники. Поэтому я думаю, сейчас перед началом покрашивания звезд, с вашего позволения, проведем освящение памятников, давайте, которые с вашим усердием были восстановлены. Спасибо большое. Я хотел сказать два слова только, отец Роман. Я всегда чувствовал вашу поддержку. Я всегда чувствовал то, как вы с трепетом к этому относитесь. Огромное спасибо. Спасибо за этих ребят. Создателю и Содетелю человеческого рода, Дателю благодати духовной, Подателю вечного спасения, Сам Господи, посли Духа Твоего Святаго с Вышним благословением на памятнике сией. Благословляется и освящается памятник сей окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается памятник сей окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Судухи прав смучавшийся, душа твоя спаси, упокой, сохрани, поможем жизнь, я живу тебе, человека люче. Покоишь им, Господи, иди же все святые твои покоиваются. Упокой душ рабых, я будем все человека люче. Командира танкового полка подполковник Рахнович. А это надежда. Это вот могила героя Советского Союза, первый выпуск. Тут мемориальная доска. Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить всех тех,
кто не щадил себя, защищал. В 1975 году часть бойцов отсюда выкопали. Обезличили. Увезли в парк Победы. У них были фамилии, имена, все. И начали захоранивать. И эту, про эту аллею постарались забыть. Первую аллею славы у нас. Вот. Ну вот. А вот это захоронение осталось, а обелиск я уже собрал. Ребята, вот идемте туда, покажу. Пленение горьких работах невинных, умученных, убиенных и всех победы ради потрудившихся. Вместе светлее, вместе значнее, вместе покойнее. От меда жертвы же болезнь, печали, воздыхание. Всякое согрешение, содеянное словом или делом, или помышлением, яко прости человека, любит Бог прости, яко нечь человек, и же жив будет, и не согрешит. А что нужно сделать, чтобы сохранить? А вот уже мы сохранили. Вот уже предупредили все руководство кладбища. Они знают, установили мемориальную доску. Все. Вот у нас отсюда и начиналось это кладбище. Бойцов, командиров, летчиков, танкистов, которых сюда везли. Таких тут десятки или сотни? Здесь было сотни, за сотню. Вот так вот. Молодцы наши СМИ. Можно я дам? Спасибо, что приехали. Спасибо вам. Это корреспондент газеты «Азия Плюс» Игорь Викторович. Сегодня «Азия Плюс» одолевал по мобильному телефону, пока мы поднимались наверх. Почему Таджикистан взял кредит в Китай? Я говорю, да не беспокойтесь, вам отдавать не нужно.